Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы получать уведомления о новых видео. Все, что вы ищете об известных турках, есть на моем канале. Серия любви сбылась. Серия любовных историй, написанных по сценарию, была перенесена в реальную жизнь. В набор «Любит» добавлен новый. Близость Эркана Мерича и Егмура Астюрка, главных актеров сериала «Судьба», по сценарию переросла в отношения. Пара объявила о своей близости фотографией со смайликом в виде сердца. Стало известно, что два игрока, работающие под одним управлением, переехали в один дом. Красивая актриса Егмур Астюрк сыграла роль в сериале «У меня проблемы с головой», который транслировался по ИТВ после «Судьбы». Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания. Здравствуйте, мои дорогие подписчики. Добро пожаловать на наш канал. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы получать уведомления о новых видео. Все, что вы ищете об известных турках, есть на моем канале. Серия любви сбылась. Серия любовных историй, написанных по сценарию, была перенесена в реальную жизнь. В набор «Любит» добавлен новый. Близость Эркана Мерича и Егмура Астюрка, главных актеров сериала «Судьба», по сценарию переросла в отношения. Пара объявила о своей близости фотографией со смайликом в виде сердца. Стало известно, что два игрока, работающие под одним управлением, переехали в один дом. Красивая актриса Егмур Астюрк сыграла роль в сериале «У меня проблемы с головой», который транслировался по ИТВ после «Судьбы». Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.